Я фотограф. Мне нравится наблюдать за людьми, останавливать отдельные мгновения их жизни, фиксировать их на пленке, следить за эмоциями, жестами, взглядами. Но однажды я зафиксировал не ту историю. Послушай, я в дерьме. Я сфотографировал какую-то разборку мафии. Они ищут меня теперь. Нам нужно убираться из города, слышишь? Я заеду за тобой, когда буду уверен, что нет хвоста. Как? Дело даже не в том, что я не доверяю правосудию. Просто я хочу возмездия своими руками. Ведь в конце концов не так уж и важно, смотришь ты в видоискатель фотоаппарата или в прицел винтовки.